Это программа «12 злобных зрителей» на MTV. В преддверии концертов Мэрилина Мэнсона в ближайших Москве. Специально для тех, кто обиделся на нас за то, что мы не показали целиком фильм «Вскрытие». Кстати, о нем речь еще впереди. Мы сейчас покажем новейший клип Мэрилина Мэнсона «Fight Song». Так живой. Глубочайшее подозрение, что помимо Мэрилин Мэнсона, Заза Аспека и Кригера Мирса, то есть самой группы, в этом клипе еще снималась команда «Московские медведи», в которой играет Илья. Это не вы там? С большим удовольствием снялся вот в этом клипе, но, к сожалению, наверное, в Америке хватает своих звезд. Новинка «Слимачок». Так, и теперь, если есть что сказать, бери микрофон, продолжай говорить вот так. Вот теперь-то я тебя узнал. Да, это ты. Удобно? Жуткая штука. Вот почему игроки в американских футбол предпочитают молчать. Этот клип Мэрилин Мэнсон меня не испугал. После просмотра данного ролика я понял, может, жив курилка, молодец. Прикольная, кстати, очень гранжовая, сочный саунд, и как бы он так бодренько себя ведет. Вот это гораздо лучше. Обычно его омплуают какие-то кресты, какой-то сатанизм, а здесь вот так живенько, бодренько. Правда, сам он, конечно, такой тошнот порядочный, но на его шоу я скажу 23-го обязательно. Просто закрываешь глаза, нормальная, убойная такая музыка, которая заводит. Вот. Открываешь глаза, перед тобой болевотный этот Мэрилин Мэнсон стоит, значит. Вообще, и как бы такое двоякое впечатление, но вот я абсолютно согласен со своим соседом в том, что как бы он полный лузер просто. Чувак просто лузер. Он об этом, он не мог... к сожалению, не знает. Ну, может, он посмотрит и знает. Я говорю, что он лузер, на самом деле он не лузер, он мультимиллионер. Митя, у тебя дома есть Мэрилин Мэнсон диск? И вот у меня есть. Я, дело в том, что прикупил его года, наверное, два назад на Горбушке. Но не, вот, поверишь, не послушал ни разу. Но куплен он у меня был из-за клипа. Вот из-за клипа, где вот этот вот, что там, we are, кто-то там, now, we are, we are all stars now, понимаешь? Uh-huh. Вот клип меня привлек, и музыка была, в общем-то, такая какая-то, даже с техно каким-то привкусом, вот в то время. Понятно. Мне близкие были все время Бой Джордж, Грейс Джонс, ну, да, и подобные люди. Я просто перед ними преклоняюсь, потому что это, в первую очередь, интересно и красиво. Ну, а потом уже идет музыка, ты понимаешь, какие-то аудиоощущения, в общем. А музыка, она, в общем, ее же много подобной. Вот прозвучало имя Бой Джорджа, мне скорее Мэрилин Мэнсон напоминает Бориса Моисеева. Сейчас объясню почему. Отлично, вот тоже Борис Моисеев, человек, из... который ничего не создал, абсолютно убогий, не умеет ни петь, ничего. Он создал себе имя и популярность только за счет собственной ориентации, на самом деле. Потому что тогда в тоталитарной стране он был первым, кто открылся и стал популярным. Но при чем здесь Мэрилин Мэнсон? И Мэрилин Мэнсон, это человек, который совсем тоже пережевывает идеи 20-летней давности, которые были высказаны людьми гораздо более талантливыми, облекает их в форму, понятную подросткам. И просто, в принципе, шокировать он может только 14-летнего подростка. Этот клип – это просто такой громко орущий протест. Я вот сейчас увидела, после того, как мы просмотрели этот клип все вместе,
там на заднем плане, может быть, тоже кто-то заметил, был такой огромный транспарант. Нет, we are all happy in America. Мы все счастливы в Америке. И как бы это плюс. А может быть и минус, я не знаю. Голосуем! Раз, два, три! Шестеро за, трое против, трое воздержались. Митя уже говорил о своем отношении к клипу. Как ты оцениваешь результаты голосования вот такие? Это же все-таки эстрада. И в первую очередь ее предназначение, чтобы привлечь внимание. Шоу. И чтобы вы об этом все говорили. И у него это получилось. И вот ему за это как бы спасибо. Спасибо большое. Но да. Тем не менее, в главной роли в фильме «Вскрытие» я Митю не представляю. И хорошо. «Вскрытие»? Почему же? А ты не смотрел? Нет, я не смотрел этот фильм, но я сам вскрывал. Ты понимаешь, что я делал? А ты же медик! Я же медик, ребят. Ну, я же вскрывал, я же сам пилил черепа. Вы я же вскрывал. Конечно, это же все естественно, это так же натурально. Твой здоровый цинизм мне теперь ясен. Конечно, вот безусловно, он как это же мне все близко. Я, в принципе, даже это не то чтобы люблю, но к этому очень спокойно отношусь. Ага!